Так, снимаем, продолжаем снимать видео. Сегодня 3 августа 2017 год. Поспелый инжирный персик Соло. Это американский сорт, старый. Хороший урожай. Тянет. Урожайный персик, кстати. Чистенький, сильно не порвало его. Нарядный цвет у него. Размер средний, где-то грамм 80-100. Где меньше, где больше. Где-то в этом районе. Кстати, хорошую нагрузку тянет. Хороший инжирный персик, смотрю. Хорошо себя показывает. Тоже сладкий, как мед. Так как и все инжирные персики. С солнечной стороны больше урожай. Красивые, нарядные. Еще пройдем. Подожди, банан. Ну, бля, подержи. Попробуем. Так. Давай, сюда. Вот иди. Девяносто 3 грамма. А ну, давай. 89. В общем, хороший размер. Вот Константина. Инжирный нектарин. Это снимали мы. Так, давайте попробуем. От косточки отделяется легко. Свободная косточка, маленькая. Так, а ну пробуйте. На баран пробуй. Сладкого, сладкого абрикоза. Угу. Это же вкусный? Сочный и вкусный. Делаем мякоть. Рекомендуете этот персик людям? Да. Ну, инжирные персики все вкусные, сладкие. Да, и даже черные. Угу. Ну все, рекомендуем.